Эколого-биологический центр детей и молоди Могилева стал переможцей республиканской выставы конкурса «Лед, кветки, фантазия» у номинации «У гости до Зюзи». Могилевская лялька была поза конкуренцией. Могилевский Зюзя – лепший у Беларуси, так вырашило журы республиканской выставы конкурса «Лед, кветки, фантазия». Оригинал твора застався у Минску. У эколого-биологичном центре зараз выставлена его докладная копия. Мифичный образ белорусского Деда Мороза – выник складанной рупливой ручной працы. Лялька выроблена из самых разных материалов – поролон, трикотаж, лен, виноградная лоза и навод листья кукурузы. Зюзя у вышиванцы с кием, який, до речи, он тримає самостойно, без допомоги, у любой руце. Лялька без головного убору, рукавиц, на ногах только снегоступы. Гэтым авторы хотели показать белорусскому Деду Морозу не холодно, навод у самую лютую стюжу. Изготавливали мы его с моим учеником Попковым Валерием, ну, где-то около месяца. Мы очень довольны результатом, даже не ожидали, что так может получиться. Но мы старались, непросто. Вложено очень много усилий.